Ну, Господи, благослови. Мы отправляемся в рулетку. Господи, слава Тебе. Ты единый Бог, и кроме Тебя нет другого. Я благодарю Тебя, Господи, за сей день. Господи, Ты позволил опуститься в эти глубины ада, в эту тьму. И увидеть, сколько людей здесь погибает в прелюбодеянии, в блуде, в сквернословии, в наркотиках, табакокурении, злословии. Коснись их сердца, Господи. Найди их, выведи из этой бездны греха. Ибо кто не примет Тебя как Спасителя, его ожидает вечное озеро огня и мучение с сатаною. Помилуй, Господи, найди их, ибо смеющиеся ныне горько восплачутся в скором времени. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Аллилуйя! Хвала Тебе, наш Господь! Слава Тебе, честь и поклонение! Хвала и благодарение! Прости нас, Владыка, и помилуй! Услыши нашу молитву! Слава Тебе! Сказал безумец в сердце своем, нет Бога! Они развратились, совершили гнусные дела, не делающего добро. Господь с небес призвал на сынов человеческих, чтобы видеть. Если разумеющий, ищущий Бога, все уклонились, сделались равно непотребными, не делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся все делающие беззаконие? Съедающий народ мой, как едят хлеб. Здорово, дядя. И не призывающий Господа. Дамы боятся они страха, и нет страха. Ибо Бог вроде праведных. Смех их обратится в плач. Дикая, безумная толпа, не знающая, что ждет ее огонь вечный. Коснись их сердец и обрати на путь покаяния. Жалься над этим народом, не знающим Тебя. Хвала Тебе, наш Отец Небесный, за Сына Твоего, Иисуса Христа, шедшего с небес. Неужели не вразумятся все делающие беззаконие, съедающий народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Господа? Там убоятся они страха, ибо Бог вроде праведных. Вы посмеялись над мыслью нищего, что Господь упование. Кто даст всего на спасение Израилю? Когда Господь возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Израиль и возвеселится Израиль. Аллилуйя! Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. Кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла, не принимает поношения на ближнего своего. Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется вовек. Хвала Тебе, наш Господь! Слово Твое говорит, что смеющиеся ныне горько восплачутся. Боже всемогущий, яви лицо Твоему этому народу, не знающему Тебя, избавь его от прелюбодеяния, зла, насильства, злонравия, лжи. Ибо в чем Ты застанешь человека, в том и будешь его судить. Боже, хвала Тебе! Нет другого Бога, кроме Тебя, столь любящего творение свое. Как сатана издевается над человеком! Что он сделал с ним? Срази сатану под ноги верных Тебе, Боже! Аллилуйя! Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу, Ты Господь мой, блага мои Тебе не нужны.
к святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не воздаю кровавых возлияний их и не помяну имен их устами моими. Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Блудное племя не наследует Царство Небесное, но ждет его огонь вечный, черни умирающие. Коснись их дел и плоти в страхе Твоем, чтобы они ощутили пламень гиенского огня и перестали совращать людей и малолетних. Услыши, Господи, и помилуй нас. Тебе, Господь наш, слава. Тебе, Боже, хвала. Тебе честь и поклонение. Ты послал на землю единородного Сына Твоего, Иисуса Христа, который умер за нас, распят был на Голгофском кресте и воскрес для нашего оправдания. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Мы просим Твоей милости. Прибуди с нами, Господи, и услыши молитву нашу и скорбь об этом народе, погибающем здесь, в этой греховной, непрорубной тьме. Для них не воссиял луч света, и с этим они сойдут во тьму вечного ада. Положи им на сердце искать Тебя, и только Твоя рука может вывести человека из этой порочной ямы блуда, сквернословия, насмешки, что не славит Твою святость. Ты дивно велик, Господь, хвала Тебе. Господи, пошли добрых людей, благовестников, к язычникам, христианам, иудеям, мусульманам, буддистам, ко всем, кто не знает Тебя. Жалься над ними и обрати их на путь покаяния. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Хвала Тебе, Господь. Вечная благодарность Тебе от нас. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня. Даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видела перед собой Господа, ибо Он одесную меня не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании. Ибо Ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости перед лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек, Господи, Господи, хвала Тебе. Ты призвал со всех народов к себе, чтобы они восславили Тебя. И в день Святой Пятидесятницы Дух Святой сошел на них, и они заговорили на языках, неизвестных им. Ты основал церковь Твою, дивную невесту, и из дома Корнилия открыл путь язычникам. Слава Тебе! Это мы узнаем из книги Твоей, Святая Библия. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ты сам сказал, что судить человека будет Слово Твое. И как мы оправдаемся, если нарушаем заповеди Твои? Ты сам сказал, если хотите знать про любовь мою, исполните заповедь, исполните их. Мы поклоняемся Тебе, Христе Боже наш. Мы славим Твое святое имя. Услышь, Господи, правду, внемли воплю моему, прими мольбу из уст нелживых. Оттого
Все постигло нас, что отступили от Тебя, Господи. От Твоего лица суд мне да изыдет, да воззрят очи Твои на правоту. Ты испытал сердце мое, Господи, посетил меня ночью, искусил меня, ничего не нашел. От мысли моих не отступают уста мои. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Боже всемогущий, воззри на этот народ, погибающий во тьме, в блуде, в прелюбодеянии, в пьянстве, сквернословии, табакокурении, наркотиках. Коснись их сердца, не дай им погибнуть и сойти в могилу прежде времени. Ибо таких нераскаянных грешников ожидает огонь вечный и суд непреклонный, и никто ему не может отменить, и черни умирающие. Помилуй нас, Господи! Пошли добрых истинных проповедников, к христианам, язычникам, к мусульманам и буддистам. Извлеки из этого тенистого рва тех, кто не знает Тебя. Откроем Твое святое лицо, да поверуй в Тебя, да примут Тебя как Спасителя мира. Аллилуйя! Господи, Аллилуйя. Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Прости мои согрешения, тайные и явные, в уме и в помышлении, в одни и в нощи, и во все дни жизни нашей, ибо Ты благ и человеколюбец. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Утверди шаги мои на путях Твоих, Господи, да не колеблются стопы мои. Тебе взываю я, Господи, ибо Ты услышишь меня, Боже. Преклони ухо Твое ко мне и услышь слова мои. Яви дивную милость Твою, Спаситель уповающих на Тебя, от противящихся десницы Твоей. Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл Твоих укрой меня. От лица нечестивых, нападающих на меня, от врагов души моей, окружающих меня. От лица нечестивых, нападающих на меня. Они заключили стуки своем, надменно говорят устами своими. На всяком шагу нашем ныне окружают нас. Они устремили глаза свои, чтобы не сложить меня на землю. Они подобны льву, жаждущему добычи, подобны скимну, сидящему в местах скрытных. Восстань, Господи! Предупреди их, не зложи их, избавь душу мою от нечестивого мечом Твоим. От людей, рукою Твоей, Господи, от людей мира, которых удел в этой жизни, которые чрево Ты наполняешь из сокровищ Твоих, сыновья их сыты и оставят остаток детям своим. А я вправде буду взирать на лицо Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим. Аллилуйя! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, благослови! Слава Тебе за этот день, которого никогда еще не было на земле. И мы не знаем, что ожидает в нем, но заранее благодарим Тебя. Ты достоин хвалы. Ты охраняешь меня ангелами своими. Благодарю Тебя, мой ангел. Столько лет Ты хранил и защищал от видимых и невидимых опасностей. Прошу Тебя, мой ангел, не покинь в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу мою по мытарствам. И веди ее навеки вечно от Царства Христа Бога нашего. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Ты открылся нам в Сыне Твоем Иисусе Христе, в Его Голгофской жертве, ибо кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Господи, пошли истинные служители миссионеров к христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам и возвести им об этой любви Твоей. Ты так возлюбил мир, что не пощадил и Сына Своего Иисуса Христа, но отдал Его в жертву за наши грехи. Хвала Тебе! Ты достоин прославления, наш Господь и Бог. Народ отступил Тебя и не знает.
и, находясь в пустыне, они пали костями, ибо не веровали Тебе. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, коснись сердца правителей мира и обрати их Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена и Амана. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. Господи, научи нас ценить это мирное время. Боже всемогущий, приготовь эту землю к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную перед Твоим пришествием, когда небеса и земля содрогнутся и побегут от белого престола от лица Твоего. Слава Тебе! Аллилуйя! Господи, жалься над страной российской, пошли добрых учителей и правителей, чтобы издавали мудрые законы и жили не для сребролюбия и блуда, но для того, чтобы радоваться, исполняя заповеди Твои, искать нуждающихся и помогать им, дабы издавали мудрые законы и дали человеку достойно прожить эту жизнь, дабы было из чего уделять нуждающимся. Услыши нашу молитву о злохулителях, врагах наших. Вложи в сердце наше полюбить их. И в судный день, Господи, не помяни их безумия и лжи, ибо они не знают, что худо творят. Обрати их на путь спасения. Коснись их сердец, Господи. Слава Тебе. Ты призвал нас. Ты нас благословил. Хвала Тебе и слава Тебе. От радости прыгали холмы, как овны, и горы, как агнцы. Ибо Ты посетил народ Израиля. Благослови их, Господи, и не допусти, чтобы мой народ злословил избранников Авраама. Благослови их, и их благословение придет на нас, как Ты сказал. Ибо проклинающие будут сами прокляты. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Хвала Тебе, наш Спаситель. Богородица, Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с тобою. Благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего. Яко родила еси Христа Спаса, Избавителя душам нашим. Боже, слава тебе! Ты знаешь, Владыка, сколько людей погибает здесь от блуда, прелюбодеяния, лжи, алкоголизма. Найди, Господи, их. Дух Святой да воскресит этих мертвецов. Аллилуйя! Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Если вам понравилось наше видео, одобряйте, ставьте лайк, а также поделитесь с друзьями о просмотренном в соцсетях ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках. Добавляйте в плейлист. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик. Это даст вам возможность узнавать о новых видео, которые обязательно будут выходить на нашем канале. А также смотрите другие наши видеоролики в нашем богатом видеоархиве. Помоги вам Христос. С Богом!